Приветствую всех и сразу зайду издалека. Мы живем в мире растущих информационных технологий, и по мере их роста и роста возможностей компьютерных и инновационных технологий также растут и возможности для хакеров и разного рода мошенников. То есть наверняка вы слышали, да, помимо информации о росте и развитии технологий, о том, как часто взламываются разные пароли, ключи, данные, да, и используются в каких-то вот своих интересах мошенниками, хакерами и прочими недобросовестными лицами. Собственно, данный проект, который перед вами, ставит перед собой задачу создать такую защитную вот базу, которая смогла бы хранить данные в условиях растущих инновационных технологий. То есть вы знаете, что блокчейн и объединение всех компьютеров в одну мощную систему является очень мощным как бы ресурсом. И вот чтобы предотвратить взлом через этот ресурс ваших данных, эта платформа создает вот такой вот проект, облачное хранение, можно так сказать, да, облачное хранение ваших данных, которые как бы будут храниться и будут защищены вне зависимости от меры роста и развития вот квантовых технологий, квантового компьютера, так сказать. Ну, собственно, для этих целей проходит ICO, собираются средства. ICO буквально вот недавно началось, собрано уже 3178 эфира. Для начального этапа это, в принципе, не очень большая сумма, но тем не менее уже впечатляет. На данный момент с первого вот 1-30 дней будет действовать 20% бонус. А в целом ICO, как вы продлится достаточно долго, то есть вот 90 дней, 3 месяца будет длиться ICO. То есть разработчики этого проекта поставили перед собой цель все-таки собрать необходимые им средства и воплотить вот этот самый проект, который вот и даст всем нам возможность безопасно хранить свои данные на этом ресурсе. У проекта уже есть бета-версия, так сказать, так вот она выглядит, это букбокс. Собственно, с правой стороны, видите, вот можно ее скачать. И тут, собственно, ну, вся информация достаточно просто, доходчиво и понятно. Вот. Можно выбрать русский язык, и на русском языке будет вам еще более понятно все, что здесь находится. То есть уже как бы платформа есть. Вот. Она не до конца еще доделана, насколько я понял. Но уже работает, уже, собственно, вы можете проверить, как это все будет выглядеть в дальнейшем. Вот, вернусь на сайт. Также еще хотел отметить презентационный лист проекта. Он на русском языке, white paper, а на русском языке покамест нету. В ближайшее время он появится, его еще делают. Но вот презентационный лист здесь собрал в себе всю основную информацию, которую может заинтересовать вас перед принятием решения об инвестировании вот в этот проект. IDM, как видите, имеет собственную запатентованную технологию защиты и передачи данных SaaS и готовится выпустить на рынок новую услугу – глобальную децентрализованную экосистему, связывающую пользователей, желающих хранить информацию надежно и безопасно, и майнеров, которые предоставляют свободную память своих устройств для получения дохода. Этот пункт я хотел бы выделить и немного о нем поговорить. То есть данный проект также дает возможность еще зарабатывать майнерам, то есть отдавая свои ресурсы, вы будете получать прибыль. То есть благодаря вашим ресурсам будет реализовываться функция этого проекта. И вот здесь как бы вот это вот иллюстрируется, преимущество для майнеров. Это, как вы видите, высокая доходность расчетного вознаграждения составляет от 4 до $5 в месяц за 50 гигабайт с данной в аренду памяти. То есть, да, ну это в принципе очень даже неплохо. А в целом для среднего майнинга и фермы эту цифру, если округлить на выделяемые возможности, то, ну, получается приятная сумма получается. Вот. Ссылку я оставлю. Рекомендую вам самостоятельно почитать этот документ. Здесь, ну, не буду все перечитывать. Все отображено, все, собственно, на все вопросы, ответы можете найти здесь. Если не найдете ответы на интересующие вас вопросы, рекомендую обратиться к white paper. Он, правда, хоть и на английском языке, но тем не менее он более содержательный. Можно найти интересующий вас пункт по содержанию, выделить его и перевести с помощью переводчика. Вот. Альфа, как бы бета-проект, так вот, версию я показал. Есть также у проекта группы в
Фейсбуке и Твиттере. Здесь, если вам удобно и интересно, вы можете прослеживать за проектом. То есть смотреть, какие изменения произошли по проекту, ну и в целом изучать ситуацию о проекте. То есть вот Facebook и Twitter выглядят следующим образом. Ну, в принципе, в двух словах, если вы ищете проект, в который перспективно было бы проинвестировать, то, по моему субъективному мнению, вот он перед вами. Так как ну, это актуальная тема, то есть защита наших информационных данных будет всегда актуальной темой. То есть, да, мы слышим о блокчейне, мы слышим о развитии технологий, масса всяких разных инновационных там прорывов и прочего. И попутно вместе с этим мы регулярно слышим о взломах, хакерах и так далее. То есть, вот как бы этот проект, заглядывая наперед, создает такую систему защиты, которая будет давать стопроцентную гарантию защиты от ближайших будущих взломов и попыток взлома. Вот, собственно, у вас сейчас есть возможность стать соучастником, совладельцем данного проекта. Надеюсь, вам понравился этот проект. Принимайте участие в перспективных проектах. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.